Здравствуйте, мои драгоценные. Я в этом видео расскажу, почему так важно иметь второго человека во время ретрита, во время погружения, во время трипа, который будет помогать непосредственно во время самого погружения, также и будет поможет расшифровать, понять все то, что человек увидел, что там было. Растения, мир растений учителей – это царство, отдельное царство, которое соединено своими нейронами, связями тонкими. И оно тоже имеет свое понимание, свои идеи, свои цели, свои уроки может преподать. И первое, что помощь в чем заключается, это правильный подход. Правильный подход к тому, чтобы войти в соприкосновение с этим миром, просто дать уважительное настроение, дать понимание того, что мы общаемся с представителями сильного, могущественного царства. Первое. И при должном подходе, понимании, они с радостью будут помогать нам. Помогать для того, чтобы мы решили свои задачи в жизни, свои убрали страхи, депрессии и все остальное. Потому что грибы и разные другие растения, мухоморы, они любят любовь. Они хотят, чтобы все, поскольку они находятся в царстве природы, а вся природа, она закольцована в единый цикл, они хотят, чтобы это все развивалось гармонично, чтобы была экология, чтобы все по-добрососедски друг к другу относилось. И естественно, что они дают это понимание, как и в своей жизни, встроиться в мир таким образом, чтобы быть максимально эффективным, проявляя свое предназначение, свои таланты, быть богатым. Они все это показывают, как это делать максимально гармонично. И в том числе, конечно же, они с радостью показывают, как можно избавиться от страхов, от депрессий, разобраться в каких-то вопросах, понять стратегию развития, что меня останавливает, что меня сдерживает, почему у меня какие-то мысли есть. И самое главное тут провести разбор этой ситуации, расшифровку. Сделать расшифровку. Потому что человек не сразу может понять все, что было, зачем было, в каких этапах. Или, допустим, во время трипа он может оказаться в петле. И как своеобразный день сурка. К сожалению, многие люди, кто живет, не только в городе, где бы они ни жили, да, они ощущают день сурка. Это и есть ощущение петли. Ощущение петли, из которой тяжело выбраться. Во время трипа очень важно дать человеку поддержку и помочь выйти из нее. Вот. И в то же время понять потом, что же это все было, о чем это было путешествие. Почему именно это было? Почему, допустим, сейчас что-то страх какой-то показали? Почему всплыл страх? Почему что было? Помочь убрать его, справиться с этим. Я приведу простой пример. Один мой знакомый сказал, что ой-ой-ой, ай-яй-яй, мне прислали много бумаг из налоговой. Вот. Я ему помогал немного с документами. И в юриспруденции там, соответственно, есть свои слова специфические, свое понимание. То, что обычный человек не сразу может понять какие-то нюансы. И он мне приносит, говорит, мне прислали много бумаг, караул, надо спасать. Вот. Я говорю, ты их читал? Он говорит, нет, я не читал. Вот. И, соответственно, в чем для него была проблема? У него был страх, что прислали что-то страшное, ужасное, да? Вот. И начали читать, разбираться, оказалось, что ему, грубо говоря, простили все долги, прислали нулевые платежки. Сказали, извините, все расчеты, пересчеты прислали,
и сказали: извините, вот действительно мы были неправы, обнулили платежи все. Я говорю: вот видишь? И когда он увидел, я ему показал пальцем: видишь, нолики стоят, видишь, нолики, от тебя ничего не хотят. Вот, он просто, естественно, поменял свое настроение, сразу обрадовался: фу, что, то есть мне ничего там, меня там никуда не посадят, мне ничего не будет. Говорит: это правда, все хорошо. Я говорю: да, все хорошо. Вот. И здесь то же самое, важно понять, где грибы показывают нолики, где они показывают крестики. Соответственно, важно понимать смысл, на какое настроение. Это, грубо говоря, как вот человек уже, если у него какой-то питомец есть, и он понимает, какое у него настроение, какие у него идеи, что он говорит. Вот. Соответственно, человек, который с ним первый раз вступает во взаимодействие, не сразу может разобраться, хотя ему хотят помочь. То есть парадокс для многих людей заключается в том, что в этом мире им кто-то хочет помочь.